Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на штурмовую винтовку компании Eastcrane SR16 с 14,5-дюймовым цевьем. Давайте распакуем его. Это страйкбольная версия длинноствольного карабина на базе М4А1 Knights Armament Company CATS под патрон 5,56 мм НАТО с цевьем интерфейса стандарта KeyMod. Комплект подставки включает в себя сам привод и бункерный магазин на 300 шаров. Привод выполнен качественно, не имеет люфтов. Цевье, пламегаситель, верхний и нижний ресивер выполнен из алюминиевого сплава, имеет лицензированные маркировки CATS. А приклад LMT SubMod и пистолетная ручка Colt A2 выполнены из пластика повышенной прочности. SR-16 подходит для игры на открытых площадках. Хорошо подойдет для марксманов. Отлично помещается в оружейных чехлах от 90 см. Вес привода 2800 грамм. Его длина 85 см. SR-16 имеет вторую версию гирбокса. Длина стволика 350 мм. Для установки навесного оборудования привод имеет крепление стандарта KeyMod, на которое можно установить при помощи переходников на рис любое навесное оборудование. И также рис-планка находится на цевье, переходящей на верхний ресивер. У основания трубы приклада имеется двухсторонняя антапка. Отсек под аккумулятор располагается в трубе приклада. Привод имеет разъем мини-томия. Рекомендуемые аккумуляторы – литий-полимерные и литий-ионные. Переводчик режимов огня имеет три положения – режим предохранителя, режим одиночного огня и режим автоматического огня. За окном гильзеотвода находится регулировка камеры hop-up роторного типа. Отводим рукоятку заряжания, привод встает на затворную задержку и крутим колесико, регулируем степень подкрутки шара. А теперь перейдем к хрону. Средняя скорость составляет 122,6 метра в секунду. Скорострельность его 17,3 шариков в секунду. Прицельная дальность составляет 40-45 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!